Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! С вами Краски Же, Лена, Лиза. Мы опять в Кистеле находимся. И идем, знаете, куда? Мы идем на рынок. А у нас в Кистеле, оказывается, есть рынок. Ну, я не знаю, работает он сегодня или нет. Ну, узнаем. Вот, с нами наша тележка. Любимая. Да. Вот. Так что пойдем, что сможем, купим, покажем вам. В четверг мы Тосмур пропустили, рынок большой, поэтому сегодня постараемся исправить. Лиза, лицо добрее делай. Ну все, идем потихонечку. А вот мы уже идем до рынка, 15 минут от нашего дома. Где-то он там должен быть. Мы тут живем уже в этом районе полгода. Честно сказать, еще ни разу на этом рынке не были. А есть ли он вообще? Да, Лиз? Как думаешь? Я не знаю. Будет сюрпризом. Да, протащиться 2 километра, чтобы попасть в никуда. На нашей дороге встретился сад с мушмулой. Я уже неоднократно показывала. Знаете, сколько ее... Срывай и ешь. Она действительно необыкновенного вкуса. Смесь яблока, сливы, персика. Это все в одном. Вот растет просто на дороге. Проходим мимо. Вот, вот, смотрите, вот идем. Можно срывать и есть, пожалуйста. Полно ее. Так, надеемся, что сегодня рынок будет. Мы что-нибудь с вами там посмотрим. Потому что мы пропустили уже почти 2 рынка. И в Тосмур неудобно ездить. Сумки, сумкой тяжелой на автобусе. Вот, поэтому мы решили, что пойдем на наш. Тусим, тусим пока в нашем районе это время. Друзья, потерпите, Кистель. Но зато побольше о нем расскажем. Походим, посмотрим. То мы должного, скажем так, внимания не уделяли особо этому району. Как-то все мимо проезжали. Короче, базара нету. Базар йог. Вот здесь вот был базар, теперь его йог. Вот это мы 2 километра тащились с тобой, Лизок. Нет, я не знала, я что могу сделать. Так, друзья, что нам с вами делать теперь? Предлагайте. Предлагайте. Я не знаю, что делать, домой пошли. Это мы вот это тащились почти больше 2 километров, чтобы турок нам сказал йог. Вот, кстати, видите, вот здесь продаются баллоны с газом и водичка. Вообще, no problem, как говорят турки. Значит так, приходите к нему и говорите, мне нужен газ. Платите залоговую стоимость за баллон плюс ежемесячная стоимость самого газа. Дальше вы этот газ, когда израсходуете, большой баллон на 2,5 месяца хватает, маленького баллона где-то на месяц. Вы с этим баллоном звоните ему, они приезжают и уже просто вам меняют, вы платите за газ. А залоговая стоимость в виде баллона, ну это ваша, как говорится, такая константа, она остается у вас. Также также и вода. Ну, я просто думаю, мы шли на рынок смотреть цены, а получается, что говорит Буюк Базарын Махмутлар. Это я и без него знаю, что Буюк Базарын Махмутлар. Буюк Базар — это большой базар. Ладно. Может быть, пойдем попробуем какого-нибудь бургера, какую-нибудь кафешку оценим. Пойдем? А вот это я только... Решили сойти с главной улицы. Мы тут ездили уже с Сережей. Решили пройти по новым кварталам. Сейчас вот мы отойдем буквально на соседнюю улицу. Здесь будет тишина. Слышно, как птички поют. Вот такое тут наше село. Кистелевка. Вот. Опять же, даже на этих улицах
находится агентство недвижимости. Ну, честное слово, вот впереди еще одно агентство недвижимости. Я опять повторяюсь, ну, что делать, если они опять повторяются? Идем по параллельной улице. Не, мы тут с папой ездили. Покажем вам, какие тут комплексы. Басики. Да. Странно, да? Уже май? И каждый день я слышу своего окна, как дети орут. У нас уже давным-давно бассейн работает, все нормально. Процентов, наверное, ну 50% еще в комплексах нет ничего. Так ходим, заглядываем. Ну, я не вижу, чтобы в бассейнах купались. Почему, не знаю, может просто по плану у них позже немножко запускать. Так что вот, такие комплексы. Кто это, девочка? Вы мешаете. Лезете в кадр. Это 19-й год человек. Елена, вы такой серьезный человек. Да, и что? Нельзя такими быть. А какими надо быть? Какой должен быть вид? Должно быть сумасшествие. Вид лихой и придурковатый, да, должен быть? Иначе. Девочка, отстаньте от меня, вы кто? Полиция! Скучная и грустная. Полиция! Замените эту девочку. Она ко мне прицепилась. Кстати, хотела сказать по поводу вообще жилых домов, в частности, в этом районе, на юге Турции. Здесь такого нет, что просто дом стоит, как у нас, в поле. Здесь даже старые дома, такие, как которым 15, 20, 30 лет, они все находятся в комплексе. То есть огороженная территория. Где-то есть охрана, где-то нет охраны, где-то есть бассейн, где-то нет. Но все дома находятся в каком-то своем комплексе. Вот, просто так стоящих тупо домов, ну, я не видела. Поэтому сейчас строят обязательно 99% бассейн. 80% в комплексах есть сауны, паркинги, есть охранники. Ну, конечно, здесь все делится на свои категории, но то, что я видела, новые постройки, это, конечно, есть своя придомовая инфраструктура, что очень удобно. Так, друзья, мы вчера были вот в этой кафешке. Сибичи, сарай. Ну, в прошлом выпуске. Сейчас пойдем вот в это БС-бургер. Не знаю, как бы кушать сильно не хочется. Посмотрим, что там есть. БС-бургер, Кистель. Так, друзья, пришли мы в эту бургерную. Смотрим цены. Гамбургер 75 лир. Сейчас, секундочку. Чизбургер 80 лир. Фок-рикет 85, 90, 90, 105, 85. Ну, здесь, конечно, дороже, чем мы в прошлом выпуске кушали. Так, что такое чикен наггетс? 43, 45. Азар чикен наггетс. Милк шейк и кофе. Так, кофе, кола, фанта, ватер, эспрессо, капучино 25-30, ну, в принципе, все тоже. Латте 30-35, колд, латте макиато 30, пивас есть по 50 лир. Так, ладно, сейчас что-то выберем. Лизочек, ты что будешь? Ну, я пока смотрю. Давай посмотрим. Сейчас. Короче, заказали бургер, кофе и что мы еще, и лимонад, да? Лучше мы пошли, два тавука взяли из Гары в соседнем ресторане. Не знаю, если честно, мне тавук из Гары в том ресторане мне не очень зашел, потому что он был жестковат и суховат. Да, я говорю, там поменялся повар в том ресторане, поэтому как бы так. Может, я слишком придирчивая стала, не знаю. Не. Ну, блин, как есть. Галя балована. А вы? Я нет. Так, друзья, принесли Лизе чизбургер. Давайте покажем вам. Огромный чизбургер, картошка, лимонад. Все, я есть. Это, ну, как начос, соус, салфетки. И мне скромно капучинку. Сейчас Лизок будет кушать, расскажет вам. Это специалист наш по мясу. Я мясо не люблю, не ем.
А семья моя очень любит. Сейчас Лизок расскажет, как... Слушай, не принесли они эти самые, да, варежки? Значит, здесь просто еще не дошло до этого. Ладно, ну что, мы им прощаем. Сейчас попробуем. Лизочек, что ты скажешь? Давай, а то мы ждем со зрителями. Вкусно, невкусно, 180 лир. Нормально. Нет. Конкретика. На что похоже? Сочность. Конкретно, удивление, вкусное. Сочность, сухость. Сам по себе вкус, специи. Сочный бургер. Острый, не острый. Мягенький, не острый. Обычный чизбургер. Понятно. Котлета, сыр, понятно. Две булочки. Котлета говяжья, правильно? Телятина. Ну а какая? Хорошо, ладно. Ну, короче, нормально. Это на удивление. Стоит, я даже удивлена. Стоит оно этих денег? Не знаю. Друзья, короче, так. Я попробовала его. Что я вам скажу? В Одесске Макдональдс 5 звезд Мишлен по сравнению с ним. Сама по себе котлета нормальная, в принципе. Жареная, нормально. Но там нет ничего. Ну, лучок, давай, помидорка. Давай я. Да, все хорошо. То есть котлеточка, сырочек, булочки две. Да, ну реально не хватает. Лучка. Огурчиков. Что еще будет? Кетчуп. Салат. Кетчуп. Салат. Ну, салат, он в чизбургере его конкретно нет. Ну, там других есть, не знаю. Что еще было? Майонез, горчица, кетчуп. Да вот оно, все есть, вот оно. Да, но здесь можно это добавить, но... Угу. Короче. В этих настройках заводских этого нет. Дорого, мало. Не, ну, слушайте. Ну, вот картошки по блату дали. По блату. У меня нету тут блата еще. Не завела. Я просто много картошки не люблю. Много картошки. Посыпано хорошо специями. Это мне нравится. Начосы дали. То есть, ну, а это мы кичунес сделали. Мы налили разные в соус виды, кетчупа. Разные виды закусок. Это нормально, то, что преподносят. Я ладно, хорошо, зайка. Ну, тебе капучино принеси какую-то печеньку вообще. Да. То есть, знаете, в мелочах. Даже, я думала, приятно. Это салфетка. Ладно, хорошо, друзья, поняли. Короче, БС Бургер, Аланья, Кистель. По пятибалльной системе ставим... Три с половинкой, потому что нам не хватило... Именно вкуса вот не хватило. По идее, да. Но здесь вот, ну, обслуживание нормально. Не, нормально все, по-английски говорит. По-английски шпарит вообще. Все. Ну, в общем, 3,5 балла ставим. Не потому что невкусно, а потому что нам чего-то не хватило, друзья. Вот и все. Мы просто не привыкли да. к такому. Поэтому БС Бургер. Так, все. Думаю, что мы еще с вами кое-что потестим, посмотрим. Конечно. Мне так завлекла эта идея. Интересно. Знаете, ходишь, ешь. Мы снимаем и едим. Да. Приятное с полезным совмещаем. Вообще супер. Да, ладно, все. Пока не прощаемся, дальше еще забежим в одну место. Принеси нам счет. 125 лир. В общем, мы как бы типа поели. Один бургер, одну кофе и один лимонад. Так что, друзья, вот. Вот такой вот у нас какой-то мини-обед получился. Стоять, все, рассчитываюсь, вот так называется. Купим хлебушка. Вот, Кистелек Мэйк Фабрик. Все, тут теперь чисто, красиво. Лизочек подождет меня, сейчас пойду куплю. Сейчас вам покажу хлеб. Раба. Ики. Так, хлеб здесь сейчас вот этот вот. Я беру вот этот, я беру косичку. Он стоит 6,50. Вот видите, она тут же режет. Все дает. Такой беру, очень вкусный. Так, друзья, две буханки вкуснейшего хлеба. Как думаете, нормальной семье насколько это хватит? Не угадали, завтра уже не будет. Причем я уже перестала его есть. Все,
предел наступил, а этим дрыщам они уметают по буханке за раз. Да? Кто бы говорил. Ну, я уже перестала его есть, все. Я уже наелась. Да, ну до этого ж ты ж ела. Теперь нет, все. Ну, я просто говорю, что вы это съели, до завтра уже этого не будет. Дрыщи вы, да, у вас порода такая худощавая. Так, ладно, все. Ну, друзья, хочу показать вам наш бассейн. Какие у нас горки. Сейчас проберемся сюда. А то я ночью показывала. Сейчас покажу вам днем, как он выглядит. То сегодня было такое тут сумасшествие. Дети прыгали, кричали, плавали вчера тоже. Покажу. Вот это детский. Маленький такой. На самом деле это обманчиво впечатление, что оно здесь очень мелкое. Вот этот очень глубокий. Вот видите, вода чистейшая. 40 метров, повторяю, наш бассейн. 40 метров. Вот здесь глубина большая, там немножко поменьше. Сейчас покажу вам горки наши. Наша барбекюшка. Пожалуйста, можно тут жарить. Что хотите, мясо и так далее. Покажи. А вот это горочки. Скоро будем устраивать заплыв. Наш папа приедет. Будем отдыхать. О, да. И там большая еще, видите? Класс. Так что вот наш басик. Все работает, все чистится. Ночью он выглядит красиво. Лизочек, хочешь туда запрыгнуть? Да, в общем, мы так устали сегодня вообще. Ноги отваливаются. Так что, друзья, вот наш басик. Вот здесь у нас полноценная баскетбольная площадка и футбольная, и в то же время теннисный корт полноценный, большой. Все огорожено. Пожалуйста, заходи, играй.